Привет, друзья! Что сегодня сулят звезды? Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Овен – это самое лучшее время для того, чтобы поискать выгоду для себя и провести его с максимальной пользой для собственного тела и духа. Но стоит не забывать и о своем окружении, поэтому запаситесь терпением, ведь оно вам понадобится во взаимодействии с вашим окружением. Возможно, вам понадобится оказать большую услугу близкому другу. Телец. Сегодня вам стоит хорошо подумать над собственными приоритетами в жизни и, возможно, что-то поменять. Тогда вы сумеете с легкостью преодолеть сложности, которые встретятся на вашем пути к успеху. И главное помните, что усердный труд всегда приносит свои плоды. Близнецы, в этот день вы будете не подвластны собственному разуму, а жизнь начнет зависеть только от обстоятельств, перед которыми вы будете бессильны. Но не стоит паниковать и пугаться, поскольку во всем можно найти плюсы. Главное расслабиться и пытаться искать во всем выгоду для себя. И тогда даже грустные новости окажутся началом большого пути, который обязательно приведет к успеху. Рак. Сегодня вас порадует встреча с вашими друзьями. Вы очень долго не отдыхали, поэтому отдых кругу близких придется вам по душе. Также сегодня вы найдете для себя новое вдохновение и, возможно, даже отыскать свою вторую половинку. Поэтому не берите на себя много дел и будьте настроены на приятный отдых. Лев, сегодня у вас есть все шансы добиться успеха, но главное помнить, что расслабляться вовсе не стоит, поскольку враги будут вас ожидать повсюду, и вам стоит вовремя дать им отпор. Главное при этом не терять самообладание и контролировать собственные эмоции, ведь это может помочь вам не сойти с пути и дойти до конца». Дева. День будет сложным для вас с точки зрения общения. Вы очень много времени общались с людьми и забыли про себя, поэтому сегодня стоит побыть с собой и не звать никого в гости. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Весы. Сегодня можно смело приступать к реализации намеченных планов. Не исключено улучшение материального положения и большой финансовый успех. Постарайтесь не отвлекаться сегодня на лишнее и сконцентрироваться на работе. Пускай это для вас и будет сложным, тогда успех обязательно вас настигнет. Скорпион. Сегодня исключите всевозможные риски в делах, а также сохраняйте спокойствие ведь оно вам понадобится. Не исключено, что в этот период вы узнаете неприятную новость, которая собьет вас с пути. Чтобы этого не произошло, всегда находитесь в гармонии с собой, поскольку каждое падение влечет за собой большой успех. Стрелец. Сегодня будет непростой день для вас, поскольку вы должны будете сделать непростой выбор молчать и пустить ситуацию на самотек, или же начать говорить и взять все в свои руки. Главное помнить, для чего вы проделали этот непростой путь и к чему вы так усердно шли. Козерог, сегодня не самый лучший день для того, чтобы принимать серьезные решения. Вам будет сложно. Понять, чего от вас хотят окружающие вас люди, поэтому стоит лучше узнать себя и заняться йогой или медитацией. Побудьте наедине с собой или же со своей второй половинкой и не думайте о глобальном. Водолей! Этот день будет для вас очень эмоциональным и неустойчивым. Возможно, у вас произойдет нервный срыв на нервной почве. Не стоит никогда торопиться, работать без отдыха. Всегда помните, что здоровье это самое главное, и берегите его. Рыбы. Сегодняшний день будет очень активным. В течение этого периода вы сумеете сделать много дел, которые постоянно откладываются или на потом. Но также вы можете попасть в неприятную ситуацию, связанную с финансами или любовными отношениями, поэтому не теряйте бдительность. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки.